В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского района. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видном более 500 школьников приняли участие в улетном выпускном. Школу буду вспоминать только с удовольствием. Было очень много классных воспоминаний. Готовность к открытию нового детского сада в деревне Дрожжино проверил депутат Мособлдумы Юрий Липатов. Это абсолютно современный подход к решению данных задач. Подопечные Центра социального обслуживания «Вера» приняли участие в выездном мастер-классе по гончарному делу. Тут ручку даже прилепила, какая-то сложновато. Вот, ручку. Да. Она знает, то и дело отваливается. В городе Видное состоялся выпускной бал для учеников муниципалитета. Более 500 ребят закончили школьный путь длиной в 11 лет. Теперь девушки и юноши должны определиться со своим дальнейшим жизненным путем. Но перед этим им стоит хорошо отдохнуть на улетном выпускном. Такое название говорит само за себя, рассказывает Арсений Рогозянский. Теплым июньским вечером привычное движение автомобилей на Советской площади нарушили красивые девушки и юноши. Традиция отмечать выпускной в самом центре города Видное существует уже давно. С каждым годом сменяются только действующие лица, которые неизменно остаются счастливыми. Анастасия Вавилова из Молокова. Она в числе 50 выпускников, которые окончили школы муниципалитета с золотыми медалями. Девушка четко определила свой дальнейший путь. Она собирается изучать языки. Школьные годы Настя будет вспоминать с чувством светлой грусти. Я часто меняла школы, но, в принципе, это никак не повлияло на обучение. Я вот все школы свои помню и все очень люблю и благодарна всем за те знания, которые мне дали. Ребята вспоминают, еще вчера пошли в первый класс, а теперь уже перед бывшими школьниками возникают первые взрослые трудности. Немножко, конечно, страшно, потому что все-таки это новый жизненный этап, и не знаешь, чего ожидать в дальнейшем. Но мне кажется, что мы все определились, и поэтому помимо страха есть еще какой-то такой интерес. Действующий рыцарь года Николай Пак уже смог по результатам экзаменов пройти в один институт. Однако юноша не собирается торопиться, а будет ждать итоговых списков и в других вузов, чтобы выбрать лучше для себя. Да, уже выбрал, уже прошел в один институт по творческому конкурсу, так что все хорошо. Все школьные годы за детей переживали их родители. Они хвалили своих чад за пятерки, ругали за двойки. Но для большинства мам и пап цвет выпускного аттестата не очень-то важен. Главное, чтобы ребята стали хорошими людьми. Родители подготовили детям зажигательный, но весьма трогательный номер. Поздравил выпускников с праздником глава Ленинского района Валерий Венцель. Он пожелал, чтобы молодые люди всегда с любовью и теплотой вспоминали школу и своих педагогов. Я хотел бы, чтобы вы этот опыт, эту школьную дружбу, эти знания пронесли через всю свою жизнь. Потому что школьные годы, как известно, чудесные. Здесь у вас появились первые друзья. Именно в школе вы приобрели первых наставников, учителей. В этом году среднюю школу после 11 лет обучения закончили 549 юношей и девушек. А больше всего выпускников из Видновской школы номер 7. В этом году 78 выпускников, и это самый большой выпуск среди всех школ. Всегда 7-я школа дает очень много детей. Поэтому я рада и очень, еще раз повторяю, горжусь ими. Праздник продолжился во Дворце спорта. Тематика выпускного вечера – летно-пилотная, ведь иначе, как взлет, это не обозначить. Ребята отправляются во взрослую жизнь. Школу буду вспоминать только с удовольствием. Было очень много классных воспоминаний. У меня появились много веселых друзей. Вот, мы собираемся провести с ними всю ночь. Собираемся оторваться, а экзамены удовлетворительно. Надеюсь поступить на бюджет. В честь выпускников прогремел красочный салют, а после был концерт, который длился до самого утра. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.
продолжении темы. Вручили аттестаты и 11-классникам, учившимся в школе Горок Ленинских. Заканчивать выпускной класс им пришлось в образовательном учреждении поселка совхоза имени Ленина. Легко ли ребятам было привыкать к новой школе и с какими результатами закончили этот год выпускники из Горок, выясняла наша съемочная группа. У входа в школу оживление. Несмотря на улыбки парней и девушек, волнение словно витает в воздухе. А в зале заканчиваются последние приготовления к выпускному. Родители и учителя занимают места в зале, и, наконец, появляются виновники праздника. Для многих ребят этот год был нелегким, но они смогли доказать, что способны преодолевать трудности. Директор школы Татьяна Рыбкина озвучила достижения нынешних выпускников. 19 аттестатов без троек, 4 медали, 2 аттестата с одними пятерками из 40 аттестатов. Это сегодняшний наш урожай. В начале года в школе поселения совхоз имени Ленина был только один выпускной класс. Но в ноябре появился еще один. Он целиком состоял из юношей и девушек, живущих в Горках Ленинских. Я пришла от души поздравить всех ребят с окончанием школы. Ни для кого не секрет, что в нашем поселении это был учебный год. Сложный очень для всех, для родителей, для детей. И, конечно, в первую очередь хочется поблагодарить администрацию сельского поселения совхоз имени Ленина, Елену Ивановну, руководство школы, за то, что как они приняли детей, как своих. Напомним, что в октябре прошлого года по решению Министерства просвещения школу в Горках Ленинских закрыли. За долгие годы к ней, что называется, душой прикипели не только дети, но и родители. Конечно, на протяжении 11 лет мы действительно учились. Не просто вот так вот приходили, уходили, а действительно учились. У нас школа Горки – это замечательная школа. Администрация района организовала перевод и доставку учеников в другие школы муниципалитета, в том числе и в совхоз имени Ленина. Как отмечают сами ребята, на новом месте к ним отнеслись с максимальным вниманием и окружили заботой. Поначалу, на самом деле, мы очень долго привыкали, а затем вроде бы нас приняли здесь, и мы тут стали как родные, и получается, под конец уже обучения как будто свою родную школу заканчивали. Среди тех, кто получил золотые медали, и жительница Горок Ленинских Мария Газина. Она мечтает стать переводчиком с иностранных языков. По старой школе скучает, но отмечает, что и в нынешнем учебном заведении для полноценных занятий были созданы все условия. Экзамены уже все сданы, и мы все очень рады и воодушевлены. Золотая медаль, на самом деле, очень много усилий стоило это получить. Мы все старались очень сильно, у нас в классе 4 медалиста. Мы очень долго шли и учились, усердно, конечно же, учились. Почти не было такого ощущения, что мы в новой школе, но, конечно же, скучаем по своей. Учителя подготовили для ребят сюрприз. Собрали видеоролик с их фотографиями из младших классов. Правда, для выпускников он получился немного грустным. На снимках родная школа. И все же церемония вручения аттестатов получилась радостной и волнительной. Концертные номера подготовили учителя и родители, администрация школы и сами теперь уже бывшие ученики. Прозвучало и обращение к выпускникам от главы муниципалитета. Желаю здоровья, благополучия и успехов. Мы гордимся и верим в вас. Глава Ленинского муниципального района Валерий Венцель. Несмотря на сложности, эти ребята сегодня сделали первый шаг в новую жизнь. И если взрослые смогли решить возникшие проблемы, отнеслись к ученикам с чуткостью, можно не сомневаться, что, видя перед собой положительный пример, и из этих выпускников получатся хорошие люди. Максим Козлов, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ. Завтра состоится торжественное открытие второй очереди детского сада «Город детства» в деревне Дрожино. Накануне новое дошкольное учреждение посетил депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Он осмотрел территорию и здание, пообщался с руководителем детского сада и представителями строительной компании. Татьяна Брулова расскажет подробнее. Всего за полтора года в микрорайоне Бутово парк 2Б, что в деревне Дрожино, был построен детский сад. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов приехал в дошкольное учреждение накануне торжественного открытия, чтобы убедиться в готовности сада к приему детей. Вместе с начальником отдела дошкольного образования Татьяной Илюхиной и заведующей детским садом Натальей Литвиновой он прошел по территории. Народного избранника интересовало многое. Например, организация шумоизоляции. Детский сад находится в самом центре новостроек, где каждый день слышна строительная техника.
Как здесь решается вопрос шумоизоляции или решается ли вообще? Сейчас огромный выбор изоляционных материалов, которые, скажем так, решают эту задачу. Современный дизайн, просторные игровые и спортивные площадки – все это будет совсем скоро доступно малышам молодого микрорайона. Детский сад рассчитан на 225 мест, что значительно решит проблему очередности. Наш сад уникальный, у нас современный, функциональный, у нас современные, красивые, безопасные площадки, интерактивные. Все помещения у нас полифункциональные, трансформируемые, безопасные. На территории детского сада много зеленых насаждений. А еще здесь есть настоящий огород, на котором дети будут сажать различные огородные культуры. Я думаю, что даже в этом году они смогут посадить зелень и редиску. Юрию Липатову показали и здание образовательного учреждения. Он побывал в пищеблоке, в котором сегодня пахнет свежим ремонтом. А уже завтра здесь появятся совершенно другие запахи – супов, компотов и котлет. Заглянул гость и в групповые комнаты. Они небольшие, как заметила хозяйка детского сада, но многофункциональные. Так, благодаря легким кроватям, спальню можно быстро переоборудовать в игровую комнату. Юрий Александрович высоко оценил благоустройство спортивного и музыкального залов и в целом дал хорошую оценку новому учреждению. Построен замечательный современный комплекс, детский сад. И если посмотреть на площади, которые были выделены, вот посмотреть на то убранство территории, где детишки от 3 до 7 лет буквально по возрасту имеют возможность на этих площадках играть, развиваться, это очень прекрасно. Это абсолютно современный подход к решению данных задач. И это отличный пример того, как реализовывается в Московской области губернаторская программа по строительству детских садов, которая в 2019 году поставила высокую планку – увеличить количество сдаваемых дошкольных учреждений вдвое. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. В рамках губернаторской программы «Долголетие в Подмосковье» подопечные центры социального обслуживания «Вера» приняли участие в выездном мастер-классе по гончарному делу. Убедиться, что старость может быть действительно в радость, смогла и наша съемочная группа. Программа поддержки активного образа жизни для пожилых людей «Долголетие в Подмосковье» совсем недавно стартовала в регионе. И уже сейчас понятно, что эта мера востребована и своевременно. Теперь видновчане могут найти занятия по душе не только в стенах центра социального обслуживания «Вера», но и за его пределами. Отделение дневного пребывания будет работать, в принципе, в том же русле, что и работало раньше. Просто мы расширяемся. Мы сейчас устраиваем кружки, вот также выездные мастер-классы. Также будем у нас в дальнейшем сотрудничество уже с другими центрами, то есть по всему Ленинскому району. На выездной мастер-класс по лепке и гончарному искусству желающих набрали буквально за пару часов. Записаться на него могли получатели услуг центра «Вера». 89-летний Виктор Федорович Сашин старается не пропускать ни одного занятия. Это ему тоже очень понравилось. Рукоделие, наших предков горшки делали. Все. Как говорится, с глины, фарфор, это все делалось с глины. Вот и мы попробовали показать свое мастерство. Присутствовавшим на мастер-классе предстояло за 2 часа слепить собственными руками из глины кружку. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, но прелесть глины заключается в том, что никогда не поздно подкорректировать неудачные места или вовсе начать лепить заново. Вот такая кружка получилась. У меня получалось она дважды. Потому что давно не лепила. Тут ручку даже прилепила, какая-то сложновато. Вот, ручку. Да. Она знает, то и дело отваливается. После росписи специальными красками предстоит длительный процесс по превращению заготовки в готовое изделие. Потом это все будет сохнуть около недели. Ну, потому что сейчас жара, это может быть чуть поменьше времени, около 5 дней будет сохнуть, обжигаться в первый раз утильный обжиг, потом покрываться глазурью прозрачной и еще раз обжигаться. Где-то через 2 недели, дней 10-14, будет все готово.
Готовые изделия по прошествии этого времени передадут их авторам. В дальнейшем подобные мастер-классы планируется проводить на постоянной основе. Такой вариант Центру социального обслуживания «Вера» предложили сами сотрудники гончарной мастерской. Хотелось бы хотя бы там раз в месяц, раз в два месяца что-то такое делать хорошее. Мне кажется, людям нужно почаще делать что-то хорошее просто так. Напомним, что программа «Долголетие в Подмосковье» стартовала в регионе с 10 июня этого года. Теперь пенсионеры могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии. Подробное расписание занятий можно найти в приложении «Мобильный центр социальных услуг». Екатерина Борисова, Александр Будников, Ольга Садовская, «Видное ТВ». После окончания выпуска новостей зрители телеканала «Видное ТВ» ожидает сюрприз. В эфир выйдет передача «Квартирник». К ее ведущему Олегу Федорову в гости придут музыканты известной в нашей стране шоу-группы «Доктор Ватсон». Этот коллектив хорошо известен в нашей стране. Особую популярность он имеет среди представителей старшего поколения. И это неудивительно, ведь в репертуаре «Доктора Ватсона» ретро-шлягеры, начиная с 40-х годов прошлого столетия. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все дрожу, глаз не отвожу. Шоу-группа была создана в 1985 году и сначала называлась «Сюрприз». Ретро-стиль, в котором работали музыканты, тогда стал действительно сюрпризом для зрителей, ведь старые песни тогда исполнялись только в застольях. Но тремя годами позже, когда артисты отправились на фестиваль в польский город Белосток, они переименовали себя в «Доктора Ватсона». Именно так назывался первый шлягер коллектива. Сегодня можно с уверенностью сказать, появление шоу-группы на эстраде было очень необходимо и своевременно. Есть такое понятие – феномен советской песни. Это вот создалось именно в нашей стране, и родилась эта культура даже задолго до Великой Отечественной войны, а после войны она расцвела всеми цветами. Это благодаря выходу потрясающих фильмов, которые до сих пор входят в фонд лучших фильмов. Участники шоу-группы выросли на этих песнях, поэтому каждому они близки и понятны. Но и самый молодой в коллективе Евгений Финодеев считает, что у этих песен есть будущее, несмотря на то, что современная музыка радикально отличается от того, что поет доктор Ватсон. Это музыка, проверенная временем, и она, конечно, со смыслом и имеет уже в не одно поколение поклонников. Поэтому, конечно, это дорого, ценно и мне, конечно, нравится. А я напоминаю, что сразу после окончания выпуска новостей в эфир выйдет передача «Квартирник» с участием шоу-группы «Доктор Ватсон». Не пропустите возможность насладиться хорошей музыкой. И в заключение выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они уверяют, что завтра, 27 июня, на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Еще ночью пойдет сильный дождь, который к утру должен закончиться. Днем и вечером он ожидается снова. Температура плюс 18 градусов. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!